Ребята, сыпучие пески. Нет, пожалуйста, не засасывайте меня. Вай, хух, ребята, меня чуть не засосал сыпучий песок. И вот он опять, аккуратно надо, а то, если он меня засосет, я ау-ау, погибну. Хух, чуть не сбила качеля меня, ребят, вы это видели? А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Круто-круто, все круто! Вы на канале Вечное Детство, ребятки! С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем продолжать играть в игру Hill Climb Racing 2, ребяточки. Ну что ж, погнали. Мы мотоцикл, ребятки, заделали на полную. И теперь у нас есть возможность, ребяточки, проходить эти все уровни, как вам правильно сказать, и не быть последними, ребяточки. Так что, что я вам хочу сказать, дорогие друзья? Вперед, вперед и только вперед. Брохохох, ребята, вы только посмотрите, какой у меня резвый мотоцикл. Вы когда-нибудь такой резвый мотоцикл видели? Вау! Вот это да, вы только посмотрите, с какой скоростью я даже слетел с мотоцикла. Ох, ребята, я разбился и упал. Так, ну ничего, дорогие друзья, давайте мы с вами как-нибудь аккуратненько продолжим. Так, ох, тихо. Так, золотой кубок меня ждет через 2 километра, ребята. Вау, бабау, тихо. Вот это, ребятки, я понимаю мотоцикл. Это в действительности та вещь, которая так нужна. Хух, ребятки, чуть не упал в реку. Если бы я упал в реку, я в действительности бы, ребятки, проиграл бы эту игру. Но, тем не менее, дорогие друзья, вы просто посмотрите, как я отличненько справляюсь со своими заданиями. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Сломал спину, и кепка ушла на дно, дорогие друзья, реки. Так, ну не стоит, ребятки, паниковать. Давайте мы с вами найдем выход из этой ситуации. Давайте в горах покатаемся и посмотрим, что у нас здесь на мотоцикле ждет. Правда, нужно было лучше джип, наверное, взять. На мотоцикле реально, ребятки, сложно по такой местности ездить, уже зима, а мы с вами все на мотоцикле, уже холодно. Так, тихо, аккуратненько, давай, смотри под ноги и не попадайся. Давай, малыш. О, отлично. Скутер, ребятки, едет так, как нужно. Ох, как на коне, ребята, вау, вот только посмотрите. Вот какие я горы еду. Хо, ребяточки, это видели? Водитель разбился, говорят мне. И мы с вами, ребяточки, давайте лучше возьмем, наверное, все-таки джип. Более-таки будет местным на джипе, ребяточки, кататься нам. О, это же другое дело. Вы только посмотрите. Вау, хо-хо-хо. Вот это да, вот это круто. Вай. Ой-ой-ой-ой-ой, ребяточки, я совсем не хотел разбиться, это у меня чисто случайно так получилось, дорогие друзья, простите. Так, давайте по новой будем делать. Так, вау, вот так вот, давай, малыш. Ой-ой-ой-ой, что-то я застрял, ребят. Вот это я понимаю, дорогие друзья, автомобильчик. Это совсем, дорогие друзья, то, что мне нужно. Вау, ребята, вы это видели? Реально круто, да? Не правда ли? Вай! Ох, да что ж ты будешь делать, а? Тихо. Так, дорогие друзья, опять я упал и немножко пострадал. Но не стоит, дорогие друзья, отчаиваться. Мы с вами сейчас возьмем вообще другой уровень. Вот, давайте вот в пещере, ребятки, покатаемся, где нас копают золото. Вау, вот это скорость. Вот это я понимаю, мощь. Да что ж ты будешь делать? На первом этапе я сразу же разбил себе голову. Так, давайте повторим, собственно, с вами. И посмотрим, на что способен наш автомобиль в этот раз, ребяточки.
Так, аккуратненько, ребятки. Самое главное, ребятки, это не пострадать, не упасть, потому что будем начинать, смотрите, дорогие друзья, с самого начала. А это нам, естественно, как мы знаем, не нужно. Ребяточки, у меня бензин закончился. А где же его взять-то? Я что, его пропустил где-то? Ребятки, а бензин-то закончился. Вы представляете? Кончилось топливо. Это первый раз такое, дорогие друзья. А куда делось топливо-то? Оно должно быть на... А, ребятки, новый рекорд мы с вами открыли. И это просто, ребяточки, замечательно. Так, давайте по новой будем делать, дорогие друзья. Так, 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 так. Что это у нас за дорога такая? Давайте проверим. Вау, ребята, вы только посмотрите. Ха-ха-ха. Вот это да, вот это круто, дорогие друзья. Вот это, ребятки, в действительности классно. Вау, ребята, уху, да-да-да, совсем немножко осталось. Давай-давай-давай, вот это да, ха-ха. Вот это я понимаю, классно. Вот это мне, ребяточки, нравится. Под гору машина идет совсем так, ребятки, как песню петь. Отлично, отлично, дорогие друзья, просто супер. Ой-ой-ой, ребяточки, сыпучий песок, засасывает, засасывает. Фух, чуть не засосало в песок, дорогие друзья, вы это видели? Пещера, пещера, пещера. Заезжаем в пещеру. Что здесь у нас? А здесь у нас, ребяточки, в пещере. Фух, отличненько. Мы через пещеру выехали. Да. Ого, ребят, вы видели, как я провалился в пещеру? Прикольно. Так, бензинчик взяли. Ребята, сыпучие пески! Нет, пожалуйста, не засасывайте меня, вай, хух, ребята, меня чуть не засосал сыпучий песок. И вот он опять, аккуратно надо, а то, если он меня засосет, я, вау, погибну, хух, чуть не сбила качеля меня, ребят, вы это видели? Вот это круто, ха-ха-ха. Так, поехали. Бах, 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 барабах, бах. Вот это двигатель, дорогие друзья, вот это автомобильчик. Хух, чуть на кактусы не попали. Прокололи бы себе, наверное, ребяточки, все колеса. Но, тем не менее, дорогие друзья, мы на кактусы не попали. И мы продолжаем нашу игру. И это просто замечательно. Мы с вами уже, ребяточки, заехали довольно-таки далеко. И я считаю, что это просто замечательно. Так, прыжок. Отлично. Вау, ребята, это просто круто. Что это? А, это мост, ребята, типа, да? Я повалил дерево. Хах, круто. Вот это да, вы видели, ребят, что я учудил только что? Нет, ну вы видели, я вам серьезно. Вау, туду. Вау, в песок упал, в песок, нет, нет, не засасывайте меня, песок, не засасывай, ребята, меня засосал песок. Да что ж ты будешь делать, а? Ну, как говорится, с этим ничего не поделаешь. Так, ну что ж, дорогие друзья, а я вам хочу сказать, что этот выпуск подошел к концу. Ребяточки, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте пальчик вверх. Ребятки, подпишитесь на мой канал, нажмите на клоуна, которого вы видите сейчас у себя на экране. Подписывайтесь на каналчик и ставим пальчики вверх, комментируем видосики, ребятки. Пока-пока.